же, Эдгар, какую здоровую идею ты нам принес? Что у нас сейчас на дворе? Холод. Поэтому я действительно занялся и узнал, что есть специальные дыхательные упражнения, так, которые с помощью, так сказать, наших легких могут в кратчайшие сроки прогреть любой организм. Значит, идея заключается в том, что мы делаем глубокий вдох и затаиваем дыхание. А вы покажите нам, Эдгар. Нет проблем. Мы вдыхаем, задерживаем дыхание и начинаем разгонять свои руки максимально сколько мы можем. И держим дыхание. И после того, как вы поняли, что все хорошо, резкий выдох. Фу! То же самое в обратную сторону. Вдох. Фу! И вперед. Давай, вперед, Миша, это назад, Миша, вперед, руками машем, да, и выдыхаем. Фу! Я только не понимаю, почему зрители в студии нас не поддерживали этими движениями. Кто постоянно мерзнет, друзья мои? Есть такие люди? Вот, вот. Ну-ка идите сюда к нам кто-нибудь. Молодой подойдите. Человек у нас. Вот молодой сегодня. Человек, идите сюда. Вы запомнили, как делать упражнение? Да. Ну-ка давайте, а мы сейчас... Мы повторим еще раз. И ты нам скажешь свои ощущения. Глубокий вдох. И махи рукой, и скорость набирай. Да. Быстрее. А ты выдыхай. Фу! То же самое. Глубокий вдох. И в другую сторону. Пошел. Так, руки не крутятся в другую сторону. И давай. Крутим. Быстрее. Выдыхай. Фу! Да, маловато задержечка. Это мало, да. Да, минуту да. Это как минимум. Сколько вам лет? Держать. 22. 22 года. И вот такие вот у нас зрители в 22 года. Бросать курить срочно. Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо. Ну что же, должен констатировать, что это замечательная идея. Все дело в том, что в нашем организме не только мышцы производят тепло. В нашем организме тепло производят и легкие. Вдумайтесь только, мы вдыхаем зимой воздух, температура которого составляет минус 30 градусов. А выдыхаем через несколько секунд воздух, температура которого 36 градусов. То есть легкие умудряются за несколько секунд нагреть воздух на 60 градусов. То есть это на самом деле колоссальная печка, которая есть в наших легких, но, к сожалению, она начинает работать только в тех случаях, если у нас есть дефицит кислорода. И вот задержки дыхания в сочетании с физическими упражнениями приводят к очень быстрой активации этой легочной печки и, соответственно, быстрому разогреву организма.